Итак, дорогие друзья, значит, из чего состоит шах, как правило, план? Вот возьмем, к примеру, шах 17, наследование в языке Kivi и применение бокс layout, то есть макет-коробка. Значит, из краткого описания далее мы переходим. К самому шагу. Здесь мы можем посмотреть курс. Это главное. Курсу всегда надо смотреть. Ниже обратите внимание, если предусмотрено в уроке, есть документация на русском языке. Значит, документация постоянно обновляется, каждый день. С документацией можно работать двумя способами. Если что-то подзабыли, значит, просто мы можем набрать в поиске, например, box layout, и найдем данный модуль. Как правило, я стараюсь с соответствующих уроков ставить модули на страницу. Например, в чем суть? Я не хочу переписывать документацию, а на официальную документацию даю ссылку. Я пытаюсь показать примеры, то есть описать, например, макет Box Layout, как правило, удобно использовать для разложения группы кнопок. Часто используется совместно с макетом Anchor Layout. Поэтому в данном случае лучше всего набрать Anchor Layout. Я все ссылки не ставлю. И почитать, если подзабыли. Значит, далее. Как правило, добавляется сразу рубрика группы. То есть вам не нужно искать нечто в шаге. В данной рубрике конкретно написано, что можно обсуждать макеты Kiwi, где набирается код, набирается опыт. Я надеюсь, понятно с документацией. Вот давайте присмотримся. То есть, что здесь я сделал? Значит, это официальная вещь. Также здесь показан, допустим, пример и расписан. Макет, это я зачитывал. Дальше основные параметры. Вертикаль, горизонталь передается как строка в Python, но это языки, поэтому написано как. Паддинг, расстояние от края в пикселях. Обратите внимание, вместе с этим используют другие параметры, присущие макетам. ID, size hint, height. Более подробно смотрите официальную документацию. Здесь показан в составе код в составе примера. Мы можем посмотреть в составе примера box layout, ориентация и далее какие вещи. Далее пример паддинг, ориентация паддинг и картинка, как это может выглядеть вообще. Далее внизу, как правило, я даю на уроки, где можно посмотреть подробный материал. Например, шах 11, это встраиваем макеты в одно пространство. В данном случае этот урок. Второе, это шах 17, который мы сейчас рассматриваем. То есть, по сути дела, документация связана с видеокурсами, видеокурсы связаны с документацией. Чтобы четко в конце концов разобраться в настройках, в коде. Документация добавляется каждый день идет работа над документацией. То есть постоянно добавляется. О чем обязательно вы получаете сообщение, что значит добавлена информация в шаг такой-то. И всегда можно зайти посмотреть. Спасибо. Да, кто первый раз смотрит, как найти, всегда показываю так. Набираем spb-tut.ru, это школа Джанго. Я вас знакомлю сразу с двумя порталами. Далее набираем,
кликаем еще и нажимаем Python for Android. Адрес python-android.spb-tut.ru. Для того, чтобы приобрести логин и пароль, нажимаем, это у вас будет немножко по-другому, потому что это когда человек вошел в кабинет, так это отображается. Значит, вы нажимаете «Получить логин и пароль». Спасибо.